Это была новая фича. Я же говорил, что сегодня будут новые фичи, будут интерактивы. Это была новая фича, групповое фото в тишине. Хардстайловые продюсеры работают за воду. Это вот Ева пишет. Ева, ну мы по пути туда, я так чувствую, потому что вот как бы техно-нотки начинают появляться. Вот, поэтому, в принципе, пока вот Тайкос еще работает за колу, насколько я знаю. Но кола должна быть обязательно польская. Вот он пока ушел, я так полю малину, да, чтобы это, все знали, что брать в подарок Тайкосу.
Какие прекрасные слова у нас звучат в чате. Ева, спасибо огромное. Я прям вот целиком и полностью всей душой и сердцем поддерживаю. Друзья, любите и будьте любимы, живите счастливо и делайте счастливых близких. Прям, как я люблю говорить, тепленькая пошла, да?
помню, что первый поцелуй. Топыли туша, я июль, ветер уносит в дню. Только ты не веришь никому.
Все-таки пальма на афише сделали свое доброе дело. Спасибо Анастасии за такую афишу. Собственно, прям вот праздник удался, да, пальма, море. Ну и как же без тополиного пуха. Вообще красавчик, супер, Антоха. We'll be right back.
Ну что ж, друзья, это был потрясающий, зажигательный сет от диджея Tony Magic. Антоха, так вот, чтобы Тайкус потом не говорил, да, это микрофон Тайкуса. Вот, я его даю во временное пользование. Расскажи вообще, вот, ну, в первую очередь про «Тополиный пух». Вот как прям залетел трек к нам в чат. Хорошо залетел, я прямо... На эмоциях весь шашлык даже съела. Расскажи, пожалуйста, вообще, как так получилось? Пришла такая идея к нам с Сережей. Мы с Сережей сделали вот такой бутлег. Это неофициальный ремикс. И мы его, скорее всего, будем просто так рассылать сейчас по диджеям. Вот, так что будем благодарны за поддержки. Да, как раз скоро июль и жара. И говорят, эту песню написали в Томске, а там тополиный пух именно в июле. Да, как бы для Москвы это не свойственно. Все время был такой вопрос, а почему в июле-то? Оказывается, эта песня родом из Томска, и там пух именно в июле. Поэтому как раз вот в июльскую тему, в июльскую жару, хорошая песенка. Ну, на мой взгляд, получилось супер. Спасибо тебе огромное за твое выступление, за то, что приехал в лазерный домик, за этот замечательный сет, за ту музыку, которую ты пишешь. Ну и надеемся, что мы с тобой увидимся еще не раз. Обязательно увидимся. Большое спасибо. Пока-пока. Ура! Ну, а у нас...